Сегодня День защиты детей. И во многом, собственно, об этом. Спасибо. Сидим с приятелем за чашкой чая, и разговоры рвется нить. Все новости друг другу рассказали. О чем еще поговорить? А что ты думаешь о смысле жизни? А он в ответ мне тянет: ну, давай лучше о моде, о погоде. А женщина в конце концов, а то загнул. Философов их сколько было? Тысячи. И ни один этот вопрос не раскусил. А мы чего туда полезем? Прости, нет ни желания, ни сил. Опять же, там у этих греков, римлян, что время свое тратили зазря. Рабы пахали, нас никто не кормит. Работа, ночью сон и вновь заря. А в редкие моменты без работы так хочется банально отдохнуть. Вообще забыть об этой жизни, о проблемах, а не искать у этой жизни суть. Я молча слушаю эти расклады, и как бы собеседник не юлил, мне видно, как его сжигает врожденный философский пыл. Он продолжает: я не успеваю ни думать, ни гадать, не хватит века. Мне самому не оплошать ни разу, и из детей, чтоб каждый вырос человеком. И тут его я перебил и говорю: ну вот же, вот оно, смотри же, вот. А он в ответ недоуменно глядит, восторга не поймет. Из-за стола пристав, я начинаю издалека вести рассказ о том, что понял здесь внезапно, о том, что радует сейчас. Представь себе далеких предков, суровый, древний, мрачный быт, где каждый может быть растерзан свирепым зверем, чужаком убит. Но стиснув зубы, человек разумный схватил тупину, приручил огонь. И посмотри, колеса завертелись, и помогают пес и конь. Мне быстро говорить, но ты подумай, за каждой буквой тяжесть века. И все нормальные, стараясь, повторяли: пусть мой ребенок будет человеком. Пускай ему не нужно будет снова придумывать велосипед и многое другое, что успело уже попасть на этот свет. И каждый жил и знал ответа. На главные вопросы не увижу, но с каждым новым поколением он ближе, 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 ближе. Вот и сейчас, пока мы здесь болтаем, ученые чего-то там штурмуют, а мы с тобой себе избрали стратегию понятную, простую. Они, ученые, ведь могут не найти, погрязнут в непонятных спорах, а мы не можем не идти, поэтому готовим фору. Для поколений следующих трамплин, пускай они подхватят флаг, и в темноту неведомых познаний еще один случится шаг. Так что не нужно умалять достоинств и говорить, что мы годами киснем. Мы для детей своих живем, мы медленно идем за смыслом жизни. И смысл наших жизней прост, но мудр, он не меняется от века к веку. Мне б самому не оплошать ни разу, из детей, чтоб каждый вырос человеком.